Самарец Алексей Жарухин – путешественник со стажем. За последние 10 лет он объехал более 50 стран и почти всю Россию. На этот раз вместе с единомышленниками решил покорить север страны. На внедорожнике отправился из Красноярска в Якутск. Почти неделю в мороз авантюристы ехали по бездорожью. Я считаю вообще, что каждый гражданин нашей страны обязан в первую очередь посетить свою страну, да, потому что очень многие бывали во всяких Турциях, Египтах, но при этом нашу страну почему-то дальше даже за Урале не посещали. Я патриот, вот, мне интересно увидеть нашу страну, интересно об этом рассказать людям, интересно, чтобы все тоже туда поехали, увидели, что у нас на самом деле не хуже, а намного лучше, чем в других местах. Перед поездкой машина путешественников прошла специальную подготовку, ведь ехать предстояло по зимникам. Это такие дороги, которые появляются только зимой, когда замерзают реки и болота. Такого испытания обычный автомобиль не выдержит. В поездку любители драйва решили взять с собой теплую одежду, спутниковый телефон, чтобы всегда оставаться на связи, и, конечно, хороший запас еды. Спали в специальных арктических палатках, установленных прямо на крыше машины. Друзья, народ требовал жертв, а точнее моего сна в этой палатке. Но я его не бросил, я его поддержу. Жертвы будет две сегодня. В такой палатке не замерзнешь, она отапливается, тепло поступает из машины. Питались спутники в основном в пикетах, так называются сезонные кафе, которые устанавливают только зимой, главным образом для водителей грузовых фур. Кафе. Здесь стоит огромное количество техники. Вот приехали на обед. И мы тоже заглянем перекусить. Наибольшее впечатление, по словам Алексея, на него во время поездки произвела братская ГЭС и легендарная кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии. Это первое месторождение алмазов, которые начали разрабатывать в Советском Союзе в 1957 году, имеющие коническую форму и диаметр почти 1,5 километра. На февраль у Алексея запланированы новые туристические победы. Он разрабатывает маршрут по Арктике. Впереди около 6000 километров, которые он планирует преодолеть все так же на автомобиле. Алексей мечтает увидеть северное сияние. Олег Зверев, Мария Левина, Максим Гусев. События.